Ключевое изменение, вступившее в силу с начала этого года, в квитанциях россиян появилась новая жилищная услуга – общедомовые нужды. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов. До этого момента электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц, жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. Теперь ситуация должна измениться. Общедомовые расходы получили конкретные нормативы, оплачивать которые собственники будут не по квитанциям от ресурсоснабжающих организаций, а по счету за содержание и ремонт от управляющих компаний. ОДМ должны быть исключены из ресурсных квитанций, если они есть, либо исключены из коммунальной услуги соответствующей. Поэтому переходит в строку «содержание и ремонт». Значит, всем тоже акцентирую внимание, что содержание и ремонт должно выглядеть следующим образом. Содержание и ремонт в том числе там, горячая вода на нужды ОДИ, холодная вода на нужды ОДИ и так далее. То есть с расшифровкой. Услуга вроде бы новая, а суммы в квитанциях должны остаться прежними. На это особо указала начальник надзорного органа. Суммы должны быть абсолютно идентичны. То, что ушло из общедомовых нужд коммунальные услуги фактически, переходит в строку содержания и ремонт. Другая база, конечно, я понимаю, что расчетным центрам придется поработать. И фактически это раньше начислялось на общую площадь, приходящуюся, то есть долю общей площади, приходящуюся на квартиру. Сейчас это переходит на базу содержания и ремонта, то есть на площадь квартиры. Но суммы должны быть абсолютно одинаковые. То есть общая сумма содержания плюс коммуналка не меняется у нас. Еще одно нововведение, о котором зашла речь в ходе сегодняшней видеоконференции – это включение в состав капитального ремонта работ по замене и ремонту перекрытий. Раньше эти работы не входили ни в текущий, ни капитальный ремонт. Теперь появилась возможность решить проблему каменных домов с деревянными перекрытиями. Когда, например, сам дом находится в удовлетворительном состоянии, а вот перекрытия из-за старости и изношенности представляют опасность. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.